скрытая камера. Эти экзотические иностранцы на самом деле коренные киевляне. Актеры Николай Карцев и звукоимитатор Юрий Коваленко, который легко говорит на немецком, французском, китайском, арабском и еще трех языках, причем одновременно. И ни один представитель этих стран понять его не может, не говоря уже о наших соотечественниках. Вот мы и решили узнать, как будут себя вести наши люди, если к ним обратятся иностранцы. Украина, я понимаю, Украина. А что Украина? Фолк. Язык или что? Приходите, товарищ. Вы хотите сока? Ну. Чая? Что? Вы не знаете никого? Вареники? Сейчас. Варени. Что? Мани. Ну, это варить же надо. Nein? Варить надо. Нет, деньги давай плати. Мани давай, потом будешь вареник есть. Не надо их есть, так их надо варить. Да, тут надо воду наливать, понимаете? Так нельзя. Сейчас нельзя. Не Украина? Украина. Так нельзя. Надо в кастрюлю воду подогреть и бросить их в кастрюлю. Там они сварятся. Не. И что бы мы сли? Вода? Да, вода. Ну, греть надо. Газ. На газ, да. Греть. Варить. А попен? А потом, ну, я сейчас не стою. Если вы берете, то... Нельзя, как-то. Нет, они сырые. Кетчуп? Немножко не... Да, и кетчуп, и кетчуп. Варится. Вот и варится. Это сырой. Вот и сырой. Это просто тесто. Посмотри. Посмотри сюда. Кастрюля. А, фаер. Вода. Вот это. Греется. Кипятится. О. А потом есть. А это сырое. Сырое? Это невкусно. Просто невкусно. Вот когда оно все с водою. Вода? Вода? H2O. Прям вода наливается. Здесь. Сюда. И это все вытягивается отсюда. Кастрюля. Металл. Это сковородка. Тефаль. А то просто кастрюля. Ну есть тефаль, кастрюля. Варим все. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Доллары мы не берем, доллары. Доллар. Берутся вот. Считай. Мани. Мани это валюта. Валюта. А это наша валюта. Ваша. Наша валюта. Ченч из улица. С улица. О, это да. Это да. Какое да? Я не понял. Какое? Улица. Ченч. Улица. Улица Ченч. Это круто. Вот. Нет, это круто. А десятка есть у вас? Десятка есть у вас, Катя? Покажите десятку, пожалуйста.
посмотри сюда. Цифра. Сикс. А тут 10. Ты посмотри эту бумажку. Перчатки сними. Посмотри эту бумажку. Вы видели подшивки когда-нибудь? И посмотри эту. Это только в Украине можно такое сделать. Нет. Вот это не деньги. Ай, money, it's not there. No money. Плохие деньги. Фальшивые. Бургатери, маркетинги. Где вы поменяли? Мен по свете. У вас другие деньги есть? Yeah. Дай баксы. Дай другие сюда за это. Баксы поменять вот. Дай сюда за варенье, где другие деньги дай. Вот это? Найн? Вот, найн. Вас надули. А вот надули. Бандиты. То есть неправильно. Это нереальные деньги. Это не гроши. Мафия? Да. Это не гроши. Ай, мафисин, церай, ты что? Это не гроши. Это не гроши, да. Это не гроши. Это умерение. Портуни мою дизел. Гарбич. Гарбич? Это гарбич. Гарбич. За них они сейчас придут. Ну, если они отдадут, я вам отдам. Вы знаете...